простой, очень большой. В этот момент был автобус отправиться, невозможно, понимаете? Вот обрыв был бы. Понедельник был обрыв. Слушайте, а вопрос, если сегодня генеральный директор и сотрудники Химпрома с жалобой, ну, замечанием как бы городской администрации на администрацию выходит, что не можем мы сегодня состыковать работу двух перевозчиков. Перевозчик троллейбусное управление и перевозчик частные вот эти вот автолайны и все остальное, маршрутки. То есть сегодня эту проблематику вообще можно решать вот без вмешательства главы администрации, депутатского корпуса? Ну а почему же нельзя? То есть генеральный директор говорит, вот коллапс, 50 минут люди ждали. Просто это случайно. Просто это стечение обстоятельств. Порвался провод контактный, пролёгся в стадии, 50 минут. Это было где-то, первый обрыв был днем, где-то около часа, второй обрыв был вечером. Со смены люди выходили. Со смены сколько человек примерно выходит? Сколько нужно ваших единиц, чтобы отвезти и привезти? Утром привезти? Полные они идут. Сколько у нас все полные идут. Сейчас я вам скажу, порядка 13 троллейбусов на Химпром у нас идут. И вечером. В течение какого времени? Час, два? Почему? Едут.